7 миллионов рублей придется выплатить сотруднику Госстройнадзора за взятку. Промышленный районный суд Самары вынес приговор главному специалисту управления по надзору соблюдения требований пожарной, санитарно-эпидемиологической, экологической безопасности объектов строительства. По данным следствия, инцидент произошел в январе. Специалист Госстройнадзора получил через посредника взятку в размере 200 тысяч рублей за подписание документов, необходимых для ввода в эксплуатацию объекта строительства в Шигонском районе. Суд обязал его выплатить штраф в размере 35-кратной суммы взятки, то есть в сумме 7 миллионов рублей.